Друзья, всем привет! Идем мы дальше гулять по Каменску-Шахтинскому. Сейчас я только что снимал для вас видео, но вы уже к этому моменту его посмотрите в парке Патриоте. Мы прогулялись, посмотрели. Это уже не первое мое видео. Ну, может, что-то в этот раз новое увидите. Ну, плюс оставлю там видео тоже ссылку на старое. А сейчас пойдем мы по Каменску немножко прогуляемся, к реке спустимся, посмотрим, что там сейчас у нас на реке происходит. Сколько у нас время? Сейчас посмотрим. Ага, у нас 20 минут второго только, так что до темноты еще время есть, сейчас пасмурно, поэтому темнеет рано, сразу там где-то после 3 часов, так что часа два можно сейчас погулять. Здесь у нас на трассе М4 полиция все время дежурит, здесь у них посты. Ну там и весы, по-моему, есть, здесь все время фуры останавливают, взвешивают, проверяют, что они тут везут. Морозов пока у нас нету, плюс 6, плюс 8. Моросит периодически дождик. Ну, хотя в Москве он уже минус 10 сегодня. Но обычно у нас погода, как в Москве, спустя неделю. Ну, посмотрим, что на следующей неделе будет. Может, подморозит и снежок пойдет. А здесь дом, Дорстрой, база. Машины стоят. Ну, конечно, здесь такая трасса. И мостов куча, и развязок постоянно. Нужно это все дело ремонтировать. Поэтому тут строительной техники много. Ну и вообще много рабочих, которые занимаются строительством дорог, мостов там и так далее. Здесь вот тоже ж мост надо ремонтировать. Это у нас улица Московская пошла туда, в город. Да, конечно, велосипеда сейчас здесь не хватает, но сейчас по такой погоде гнать его сюда было уже, друзья, проблематично. А вот это я вам говорил про развязку, которая здесь была. Ну, чтобы на ту сторону переехать и наоборот, с той стороны на эту. И точно такая же с другой стороны. Ну, тут в связи с тем, что там построили временный мост. Мы сейчас, наверное, здесь вниз спустимся с вами, к реке прогуляемся. Вот. Реклама МТС, переходи на ноль. Ой. МТС та еще контора мутная, любит деньги снимать втихаря. А это вот здесь строили отдельно, видите, специальную дорогу. Вот это же я вам рассказывал, когда мост полностью перекрытый был. Второго моста еще не построили временного. И здесь люди, получается, по вот этой вот дороге, там внизу военные ставили понтон. И по этому понтону люди здесь ездили. Здесь внизу, ну, река Северский Донец у нас течет, сейчас мы спустимся. Я здесь тоже когда-то рыбку ловил. Я здесь даже когда-то на велосипеде заезжал здесь через этот понтон. Ну, это было, я не знаю, уже сколько, года 4, наверное, назад. Еще до коронавируса. Так, ладно, увидимся на реке, а то идти еще долго, что тут снимать. Деревья без листьев и дорога. Ну что, друзья, спускаемся мы потихонечку по этой дорожке вниз. Уже практически вот вдалеке виднеется Донец, практически уже дошли. Да, хотелось бы на рыбалку. Ну, не знаю, ловится оно что-то или нет. Так, если бы велик был бы, можно было бы съездить. Так, честно говоря. Ну, посмотрим, может, в воскресенье, как настроение будет. Все равно дома особо делать нечего. Видео только вам делаю, да.
Ну, то передачи разные, то по Ютубу, то смотрю по Android-приставке, там по приложению у меня есть с фильмами, с сериалами. Военкомат мне только аж на следующей неделе. Потом, если все вопросы порешаю в Луганск, тогда поеду и там уже буду друзья вам снимать. Ну, рыбачки должны быть. Ну, сейчас видите, вон мель виднеется какая большая, потому что сейчас вот у нас на зиму шлюзы сбрасывают они воду. Ну, сейчас зато я вам покажу, здесь расскажу, где здесь что с мостами. Что я вам до этого рассказывал. Видите, на другой стороне вон тоже дорога асфальтная. Ну, вот тут вот укладывали понтон. Ну, рыбакам теперь хороший спуск сюда. Здесь возле моста часто рыбу ловят. У меня здесь друг любил рыбку постоянно ловить раньше. Он здесь выше жил. Сейчас он в Луганск перебрался. Наш северский Донец, друзья. Ну, сейчас как воду сбрасывают, сразу течение сильное-сильное. Эти вон далекие вон мостики здесь сделаны, потому что камыш к воде не подобраться. А вот когда воды много, на эти мостики люди выходят и с них рыбку ловят. До реки вон, видите, отмель вообще далеко. Чуть ли до середины не доходит. Но здесь есть русло судоходное, и по нему плавают. Там, кстати, вон, видите, вдалеке вон и рыбаки есть, вон один, вон там вдалеке. Вот, собственно говоря, вот этот вот мост, который ближний к нам, у него какая-то из опор лопнула. Ну, здесь сейчас не видно, конечно, в аварийном состоянии. То есть его, получается, здесь нужно демонтировать. Правда, не знаю, до какого уровня они его будут демонтировать. Этот мост еще, ну, старенький. Может, его, конечно, во времена России что-то подремонтировали. Ну, короче говоря, чуть ли не советский этот мост. Вот, старый. И он закрытый, получается. И, соответственно, работал только вот тот, который следом идет. Сейчас он, получается, посредине между двух мостов. И вот он один работал, и были пробки, и тогда был понтон. И поставили вот этот, видите, вот железный мост временный. По технологии такой же, как вот это в Крыму делали. На специальных сваях. И видите, он не бетонный, он полностью металлический. Он полностью металлический. И сверху, видите, по дороге, по которой ездят, тоже там металлических, типа, швеллеров специальных лежат. Ну, а вот это вот место здесь широкое, это вот судоходное. И там, видите, швеллер такой более сложной формы. Ну, потому что пролет более длинный. Так что, друзья, здесь вот такие вот у нас дела. Ну, рыбачки есть, значит, рыбка может где-то что-то и ловится. Тяжело сказать. А вон тоже вон, рыбачки появились. Ну, или просто дети гуляют с собакой вон вдалеке. Вот собака вот зашла. Ну, вам, наверное, плохо видно. А на той стороне вон прям много людей, рыбаков. Не знаю, сейчас пойдем поспрашиваем, может, кого-то с рыбаков встретим, может, сейчас нам расскажут, как все хорошо ловится, так мы соберемся на рыбалку. Ну, а на той стороне у нас станица идет. Домов тут вдоль реки, конечно, домов везде много. Ну, в этом плане, конечно, здесь место хорошее. Жить возле реки, друзья, это, конечно, праздник. И покупаться, и рыбку половить, и никакого моря не надо, ну, по крайней мере, мне. Так, ну что, друзья, будем сейчас наверх выбираться, и там где-нибудь уже в другом месте еще поснимаем. Так, ну что, друзья, идем мы здесь с вами вдоль реки. На горке там у нас дома, частный сектор идут. Ну, а вдоль здесь везде реки камыш. Заросшее все, так вот грязь здесь. Ну, влажность большая, вроде дождей сильных нет, но она как не высохнет, это уже только, наверное, мороз ее приморозит. Ну, сейчас пойдем дальше, посмотрим, где у нас тут открытые места есть тоже. К воде подойдем, может, рыбачков увидим. По городу сегодня гулять не будем, сегодня мы с вами будем гулять по лесу, дышать свежим воздухом.
Ну, здесь летом, конечно, не так много мест для рыбалки, потому что здесь все заросшее камышом. И здесь только если вот местные аборигены делают какие-то мостики для себя, тогда может здесь кто-то и ловит. Ну, здесь хотя вот какая-то площадка есть. Да, здесь два мостика. Один вон туда направо, один вот здесь налево. Ну, с мостика, друзья, не очень удобно ловить, я вам так скажу. Тоже такое себе удовольствие. Ну, видите, насколько вода ушла. То есть, ну, очень много. А вот у нас вдалеке песчаная коса. Ну, мы сейчас обойдем вокруг. Туда придем, посмотрим. Вот идем дальше, видите, а здесь, друзья, видимо, летом типа пляжика. Здесь берег расчищенный, камыш вычищенный и песочек. Ну, летом вода, скорее всего, ну, когда много воды, прям доходит, наверное, до этой бровки. А так, ну, где-нибудь вот там вот, чуть ниже, получается, останавливается. Ну, тоже тут где-то песок, где-то ил. Ну, здесь же дома вон сверху идут, все. Да, вон всякие ручьи, когда дожди идут, с города текут сюда. Ну, здесь уже не так грязно, здесь машины, видать, меньше ездят. Поэтому меньше грязи. Ну, кто-то качельку установил. Это, наверное, сверху вон, с тех домов. Дети ходят сюда и катаются. Сейчас мы пойдем посмотрим, где здесь на песчаную косу выйти. Здесь вот тропки какие-то есть. Пойдем сейчас. А трава, кстати, друзья, зеленая. Единственное, что сейчас зеленая, это трава. Что, пойдем пройдемся сюда. Кто-то маску потерял, валяется. Ну да, здесь видите, куча мостиков. Ну, они, их единственное, что сейчас хорошо, видите, можно ремонтировать. А так, конечно, гниют, друзья, они быстро в воде. Это, конечно, надо что-то делать, что-то типа бетона. Железо тоже-то стоять не очень-то долго будет. Ой, здесь грязюка. Сейчас мы потихоньку перейдем. Вот сколько уже времени вода ушла, и здесь сухо, а вот ил никак не вырастет. Видите, он какой-то ручеек бежит. Непонятно, что это. Родники или сброс какой-то, но запаха вроде нету. А здесь вот уже, где песочек пошел, видите, здесь уже получше. Видите, как мель далеко здесь идет. Сейчас пройдем. Люди он тоже с собакой гуляют. Интересно, мы там где-нибудь дальше назад перейдем. Вот у нас мост. Три моста, вернее. Ну, один не рабочий. Ну, так и не начали его разбирать и делать. Хотя в планах есть. Да не, рыбку можно было бы посидеть. Но, видите, рыбаков что-то не особо много. Если рыба хорошо бы ловилась, я думаю, рыбаков бы было очень много. Вон, видите, вдалеке у нас, ну, не то, что прям далеко, на горе домики доходят. Ну, таких сильных разливов не бывает. На той стороне тоже домики, чтобы вода до домов доходила. Здесь шлюзы, оно контролируется, поэтому... Не знаю, вот этот год очень дождливый у нас был. Много воды у нас было. И говорят, что зима снежная должна быть и холодная. Ну, пока, как вы видите, в декабре у нас осенняя погода. Сюда, гляньте, даже кто-то на машине заезжал, катался. А мы сейчас с вами прогуляемся, может, туда до острова дойдем.
там посмотрим, что там происходит. Ну, здесь видите, получается, что здесь и летом мелко. Ну, вот здесь я стою, наверное, летом мне, конечно, здесь головой, но глубина небольшая. А вот где идет основное русло. Хотя у нас здесь корабли сейчас, друзья, практически не плавают. Раньше говорили, что вот этот стеклотарный комбинат, когда работал, он и сейчас работает, ну, постольку-поскольку, что туда баржи ходили, что-то возили. А сейчас в последнее время так вот тут практически ничего не ходит. Только на верхний шлюз туда, когда ремонтируют, баржи бывают то щебень, то еще что-то везут. Вот. Хотя мне дед как-то рассказывал, что здесь даже когда-то там, да, в 60-е или 50-е года баржи шли аж туда, до города Счастья. И там в долгое время японская пристань еще сохранилась. Дорога еще сейчас до сих пор там асфальтная лежит. Ну, свай уже нету. Но я еще малой был, я застал там сваи. Там потом пляж был, там купались. Там металлические сваи были. И вот говорит, что тут делали временные всякие шлюзы, плотины. И баржи шли аж туда. Что они там везли, непонятно. Что-то потом отвезли в Северодонецк. А что, как? Ну, японское, я так понимаю, что какое-то японское оборудование. Или еще что-то везли. Ну, не знаю, надо в интернете поискать. Интересно, есть какое-то описание этого. Ну, опять же, вот видите, здесь много рыбацких мест. Но, грубо говоря, здесь мелко. То есть здесь, скорее всего, будет плотва ловиться, такая какая-то рыба. А, грубо говоря, чтобы что-то хорошее, надо вот сюда аж свалки дать. С этой стороны очень далеко. А вот с той стороны хорошо, с той стороны недалеко. Ну вот надо примечать, где здесь русло, где мель. А на той стороне наоборот, видите, русло идет, глубина под эту сторону. Так, оно не угадаешь, друзья. Бывает, что рыба лучше ловится и не на глубине. Это надо смотреть, где она стоит. Ну вот видите, из-за того, что здесь постоянно вот это русло меняется туда-сюда, здесь ни завалов, ни корях, ничего нету, и ни водорослей, ничего не растет. Только вон ракушки мертвые, и все. Так что вот такие дела. Почему? Вот у меня спрашивают, тоже бывает, там на удочку что не ловишь, или там на головля. Ну, головлю, лодку надо, друзья, чтобы выплывать на середину. А так тут, видите, чтобы какие-то поводки или перетяжку поставить, тут нету ни бревен в воде, ни корях, ничего. Все берега чистые. Вот эти вот постоянные сбросы воды, они смывают все в воду. Никакого ни коряжника, ничего нету. Кое-где есть, ну, единичные места. Может, конечно, в воде где-то бревна, коряги лежат, но тут даже вот посмотрите, дно, все чистое. Тут и, ну, грубо говоря, ловить будешь с этой стороны и не зацепишься ни за что никогда. Ни ботинков, ни сапог, ни корях, ничего. Вот здесь в русле, может, что-то и лежит. Но здесь глубина должна быть большая, поэтому и вода так сильно уходит. Раз уж здесь корабли ходят. Ну, это теперь они шлюзы начнут закрывать. Тут же, я не знаю, сколько. Тут много шлюзов. Я не помню, сколько штук. Штук 5, 6 или 7. Ну, много шлюзов. Ну, есть в этом, в интернете описание. И, кстати, эти шлюзы еще строились при царе, я так понял. История у них долгая. Ну, получается, они начинают. Вот сейчас вот осенью они, по-моему, в конце сентября сначала там верхний один открыли шлюз, потом открыли вот ниже Каменска еще один шлюз, и так там с интервалом в неделю эти шлюзы все открывают. Вот. А весной наоборот, сначала начинают закрывать там шлюзы ближе к Дону и потихоньку до нас сюда. И у нас тогда вода здесь поднимается и падает течение, ну и так далее. Хотя рыбка может и сейчас хорошо ловиться, с учетом, что сейчас
теплая погода стоит. Но это, знаете, надо ямку найти, где вот она сейчас стала на зимовку. Тогда может. Крупная может и не будет ловиться. Но, грубо говоря, лоски реки точно должны ловиться. Такие. Пустерка, лоски реки такие. С ладошку чуть больше. Ну, сейчас большая часть, конечно, рыбаков любит на блесну ходить ловить. Там, на силикон, на всякие и так далее. Ну, я хищника что-то в последнее время не очень-то. Я больше по белой рыбе. Да, осень, конечно, и зима, декабрь теплый. Не помню, когда такие теплые декабри были. Ну, здесь рыбаков не очень много. Ну, здесь вообще, вон, смотрите, мельком далеко. Идет. Ну, мы уже дальше середины с вами зашли. Ну, вон собаки бегают, блядь. Щенок небольшой. И овчарка, наверное, немецкая или что-то такое. Бегает, а малой за ней. Надо друзьям позвонить, поспрашивать, что сейчас с рыбалкой. Есть смысл вообще идти или нет. Он блеснет, мужичок, на той стороне. Там, может, окушки попадаются. Ну, у нас и судачок здесь попадается. Но судака у нас сейчас нельзя здесь ловить. У нас запрет на судака. И летом, и вообще. Что-то с судаком проблемы. Хотя на Волге его ловят без проблем. Ну, понятно, что местные жители не все добросовестные. И, конечно, рыбнадзор особенно сильно прям так не гоняет. Ну, встретить можно. Ну, берут, короче говоря, рыбу. Не выпускают. Я судака очень давно не ловил. А, ну летом вот попадался небольшой, я выпустил. И при мне там еще поймали тоже. А так до этого несколько лет не ловил. До этого ловил, когда еще ловить можно было. Но там не все судаки. Там и берж еще попадался. Вон, знаете, здесь домики красивые, вон виднеются. Так, надо ближе к берегу идти, что-то здесь залило. Ну да, сейчас побродить здесь, хорошо погулять. И здесь песочек и глина. Поэтому даже с учетом, что он мокрый, по нему идти хорошо. Ну, это мы, друзья, все идем вот на той стороне. Это у нас станица идет. Старая станица. Там в глубине у нас парк Лога. Ну, в парк, думаю, наверное, в субботу мы поедем. Но поеду, хочу я съездить во второй половине дня. Именно, чтобы в вечерний попасть. Посмотреть, там, говорят, иллюминации красивые. Сейчас уже, может, перед Новым годом тоже что-то его украшают. Потому что днем мы уже там были, все. Поснимали, что можно было. Ох, сегодня с вами находимся, нагуляемся. Аппетит нагуляем. Я вот позавтракал и все, пока больше не кушал. Худею, а то пока в Луганске сидел, весу поднабрал. Ну, тоже еще один рыбачок на той стороне. А вон мы сейчас вот туда, на пляж песочный, выйдем и пойдем вдоль реки дальше. Да, наверное, так мы до понтона, наверное, и дойдем туда, до набережной. А там посмотрим, как уже домой ехать.
Вон, знаете, там мель еще прям остров посередине. К нему подхода нету. Сейчас вон небо смотрю, немножко местами разведнеться начинает. Но к выходным должен быть морозец и солнце. Посмотрим. А здесь вон уже какие-то коряги возле берега есть. Видите, здесь мель по центру тоже есть, поэтому здесь вода меньше уходит. А вон сверху там места вон для отдыха. Лавочки стоят. Тоже здесь пляжик. Ну, здесь много пляжей вдоль города, чтобы купаться. Ну, друзья, понятно, что здесь и палочка, и всякая хрень есть. Но если у вас иммунитет нормальный, то нормально. Я сколько купался, ничем не заразился. Так что такие дела. Сейчас пойдем дальше. Здесь сверху вон даже кабинки есть для переодевания. Мы сейчас с вами, наверное, дойдем до центрального пляжа, покажу, как его сейчас облагородили. Там возле понтона поснимаем. Но нам еще идти, наверное, с километр, я не знаю. Сейчас выйдем наверх, на дорогу нормальную, чтобы по песку тяжеловато идти. Уставать начал. Здесь вот лавочки тоже. Ну, наверное, в сезон здесь не присядешь. Вот такое вот место. Да, до понтона еще далековато идти, потому что мы даже еще до топольков не дошли. Пойдем поверху, здесь легче уже идти. Здесь, видите, лес у нас идет. Так, пойду, друзья, быстрее, камеру пока выключу, а тут трясти сильно будет. Друзья, вот мы вышли к тополькам сюда и к острову. Видите, ну сейчас он получается не остров, мель он идет с этой стороны. И там с другой стороны сейчас попытаемся зайти, вон вдалеке уточки у нас плавают. Но я здесь рыбку обычно ловил с той стороны острова, потому что, ну, я же с микрорайона ездил. Сейчас мы с вами вокруг пройдем, здесь уже люди гуляют по берегу. Воздухом свежим дышат. Здесь, в принципе, он у нас песочек. Не сильно грязный, кстати, забыл. Надо сейчас нам пойти ботиночки помыть. Ну, я уже сегодня, друзья, приличное количество прошел километров. Ну, это еще только начало. Но знаете, когда долго не ходишь, отвыкаешь. Сейчас посмотрим. 7 километров мы уже прошли за сегодня. Часы нам выдают, я одел часы с шагомером. Мы еще до этого места. Ну, здесь много вот мест тоже для рыбалки и для купания. Но здесь получается как вот это вот небольшое ответвление, да? Так сказать, от основной части, основная часть там за островом. И здесь обычно люди на удочку ловят тут плоту, красноперку, там такую рыбу, потому что здесь не глубоко. Ну, здесь, наверное, сейчас в этом водоеме все равно какая-то рыба есть. Но здесь мелко. Наверное, когда морозы будет, все это дело здесь померзнет. Можно будет лунки колупать, и рыба оставшаяся сама будет на берег выпрыгивать. Не стал я возвращаться на дорогу. Проберемся через камыши. В камышах, кстати, запах такой же. Сухих камышей стоит. Интересный. О, гляньте, вон на УАЗике аж туда вдаль заехали. Ну, мы сейчас попробуем туда тоже пройти. Не знаю, где здесь спуститься. Здесь говорят раньше, вот это ж песчаная коса здесь, и тут машины раньше за песком ездили. И с реки прямо для строительства песок набирали. Там есть прям съезд к воде остался. Вот. Там, может, и сейчас кто-то ездит. Друзья, гляньте, здесь какие красивые домики на горке. Да, вот так вот имеет здесь домик классно на берегу реки. Вышел, покупался, рыбку половил. Воздух более-менее чистый.
Красота. Ну вот мы уже вышли к тополям сюда. Почему это место называется Топольки? Потому что здесь вот тополя прямо на берегу растут. Ну, не часть, вон смотрю, повымерзали. Ну, наверное, какая-то часть еще живая. Ну, сейчас мы уже выйдем к съезду на песчаную косу на остров. Вон она впереди. А вот здесь у нас прямо сейчас будет спуск в воду. Ну а туда дорога дальше пошла в город. Наверх. Вот я частенько здесь ловил рыбу. Но только с той стороны. В этом году я не ловил. А вот позапрошлом я частенько здесь бывал. Здесь неплохо ловится рыбка. И тоже, видите, яма тут получается под той стороной аж. На этой стороне здесь мель. Поэтому и кидать особо далеко не надо. Потому что ямка там под той стороной. Видите, вон рыбачки приехали на УАЗике, вот трое человек ставят, ловят. Ну, а вот это наш остров здесь. Ну, сейчас он, видите, соединяется. Ну, а летом, конечно, вот это все дело у нас залито водой. А здесь, видите, даже вот от того, как машинами возили песок, здесь вот, видите, насыпь щебня идет, и туда она вдаль идет. На острове там где-то ближе к росту песок копали, брали. Так что, друзья, вот такие вот дела. Сейчас пойдем мы вдоль реки дальше. Рыбак, он, походу, собрался. Видать, ничего не ловится. Домой мы тоже ноги немножко помыли. Ну, тоже дома домывать буду. Да, грязь сильная здесь, друзья. Не сохнет, потому что дожди идут. Вон тоже место пляжек. Вот тут вот летом купаются с той стороны. А с этой стороны мы с вами уже подходим. Здесь сейчас лодочная станция будет. Не знаю, получится сейчас тут по берегу пройти. Сейчас посмотрим, чтобы наверх не подниматься. Тут уже чуть-чуть до понтона осталось. Там еще плохо местами ручейки с берега бегут. Вот там, где бегут, там грязно, конечно. А вон вдалеке спиннинг стоит, наверное, кто-то рыбу ловит. Ну, сейчас спросим. Ну, может, под личечки проскакивает. Плотва тоже может, в принципе. Я по такой погоде ловил только в 15 году, только в ноябре, тоже в конце ноября. И ловилось. Но там тогда декабрь был холодный. Первые морозы пошли, и все, я забил на рыбалку. А в этом году, видите, как тепло. Вот на той стороне вон много рыбаков. А здесь вот, а тоже мужики сидят, сейчас подойдем, спросим. Ловится или нет. Подлодочная станция прямо. Вот это лодочная станция. Тут причалы пошли. Вышли мы наверх обойти. Там вдоль берега не пройдешь. Мужики сидят. Ну, рыбы особо нету. Тишина. Ни садков нету, ничего нету. Собаки на вон гуляют. Что, голодный? Ну, что ты лаешь? Иди. И убери.
и убежал. Облаял. Ну чего ты? Так, а там есть пароход? Пойдем вот так вот, чтобы далеко от реки не отходить. Ну, это все идет лодочная станция. Ну, это, наверное, их не собаки гуляют, выпустили. Хвостом виляет, но лает. Волнуется. Ну, сейчас, видите, вода ушла, поэтому лодку сильно не спустишь. Это вот, друзья, здание Сбербанка с другой стороны. Короче, пришли мы уже к набережной. О, вон уже и понтон. Короче, на сегодня мы находились. Ну, сейчас еще пройдемся немножко. Ну, уже тут много ходить не будем. Уже находились. Сейчас надо будет, может, где-то даже сесть, посидеть, отдохнуть. Вот у нас вот этот платный понтон, о котором я вам рассказывал. Сейчас, наверное, рублей 50 проезд. Ездят машины, ну мало. Не сравнится, конечно, с тем, что было раньше. Когда моста того вдалеке не было. Там же ж вот железнодорожный мост, а за ним автомобильный, ну, на котором, через который мы все время на автобус ездим на 25-м. Ну, кому объезжать далеко, те здесь ездят, потому что плюс-минус по бензину то же самое получится. Ну, а люди здесь бесплатно ходят. Вон тоже уже рыбачки сидят. Сейчас мы прогуляемся до набережной туда. Ну что, друзья, вот мы вышли к нашему понтону. Здесь уже цивилизация начинается. Люди вон сидят, рыбку ловят. Сейчас перейдем. Оп. Машины ездят. Ну, здесь насыпь такая. Там есть мостик, чтобы катера проплывали. Добрый день. Ну что, есть что, нет? Тишина? Понятно. Вроде тепло, вроде должно что ловиться. Рыбаков много, но... Рыбы мало. Ну понятно, все в это погулять собираются. А так подлещика ничего нету. Мужичок с утра сидел. Да? Ага. А, ну понял. Ну на донку или на удочку? Понятно. Ну, ни хвоста, ни чешуи, понятно. Ну, он говорит, мужичок, что с утра здесь сидел, на этом месте подлещиков ловил таких с полторы ладошки. Ну, подлещик, густера, хрен его там знает, что там. Они ее все одинаково называют. Ну, это дорога в город туда дальше пошла. Да, тут лучший отдых в Каменске, это пойти сходить на рыбалку. Даже если ничего не поймаешь, посидишь воздухом, подышишь. Это вот сделано насыпь, чтобы понтон меньше был. А вот там вот есть туннель, чтобы лодки, ну, небольшие проходили. Конечно, когда корабли, если летом идут, здесь его открывают, потом вот назад закрывают, ну, один край воду возят. Мужичок с пацаком сидит, значит, может что-нибудь и попасться. Здесь вот статуя у нас рыбака.
камеру ниже опустим. На другой стороне он станичный пляж. Ну, мужики сидят, садки, что-то есть. Сейчас спустимся, спросим, если расскажут, что они тут ловят. Ну, наверное, подлещи, карась, может, идет. Больше тут особо нечего. Здесь такое песчано-каменистое дно. Хорошо, грязи здесь нету. Не то, что мы с вами ходили. Есть, че нету? Че пустой тянет? Ну да, что здесь, погода сейчас хорошая, так пару часиков все равно. Приехать, посидеть можно. Не, что-то, по-моему, небольшой тянет, да. Или это груз у него? А, нет, это груз такой большой. Понятно, короче, проклевывает потихонечку что-то. А вчера вообще хороший клев был. Ханок всегда так клюет, завтра и вчера, да? Понятно. Ну, ни хвоста, ни чешуи. Пошел. Так что, друзья, рыбка, кстати, ловится. Ну, видите, вот, говорит, что, в принципе, вот теплые дни, говорит, были и перед снегом, говорит, неплохо ловилось. Ну, это надо здесь, знаете, как, чтобы постоянно на рыбалку ходить, надо здесь где-то возле воды жить. Вон, смотрю, на пробку ловят. Или на пружину. Я сколько пробовал, что-то у меня не особо получается. Ну, видите, я в Луганске всю осень пробыл, поэтому рыбу особо не ловил. Так бы, конечно, если бы я сейчас в Каменске до этого был бы с велосипедом, я бы, наверное, в теплую погоду сюда бы покатался. Может, что-нибудь поймал бы. А Саня, сосед, вот спрашивал, он говорит, а я не езжу на рыбалку. Тут рыбка ловится, а он не ездит. Ну, лень. Хотя, что тут тоже целый день в квартире сидеть делать? Так хоть воздухом подышал свежим. Ну, вот мы, друзья, вышли на пляж. Ну, сейчас мы идем. Конечно, в летнее время здесь вода. Здесь этот пляж, его полностью отремонтировали там. Навесы сделали, кабинки поставили, песок новый навезли. Там плитку положили. Сейчас мы туда с вами прогуляемся. Ну, дальше рыбаки тоже сидят. Ну, короче говоря, что у них? Карасик, сазанчик проскакивает. Густерка. Ну, а что, друзья, сегодня ветра нету вообще. Плюс 6, плюс 8, тепленько. А вон, знаете, еще и солнышко стало выходить. Ну, грех на рыбалку не съездить кто. Понятно, что сейчас рабочий день. Ну, тут в основном пенсионеры сидят. Либо кто там, знаете, как по суткам работает. Поэтому есть у них время, так сказать, на рыбалку сходить. А так, кто, конечно, работает, те либо только вечером после работы. Ну, сейчас уже вечером после работы темно. Ну, хотя, если тепло, вот как сегодня день теплый, сейчас и ночью заморозков не было, ночью тепло, можно и ночью постоять. Но будет ли оно ловиться? Ну, вот здесь, видите, сделали такую вот плитку, положили набережную. Здесь вот тенты натягиваются, ну, на летом сейчас понятно, что их поубирали, там вот дальше пляжный футбол можно играть. Ну а там дальше Венеция со своими там развлекательными всякими бары там у них, бассейны, еще что-то там на территории. Ну, у них там въезд отдельный, ну и мосты наши. Ну я здесь, друзья, раньше обычно, когда рыбку ловил, я здесь ловил с той стороны. Со стороны станицы. Ну, что здесь тоже, да, экземпляры неплохие были. Я здесь начал рыбу ловить в 15-м году. И вообще в 15-м году такой изумительный тогда клев был. Я вам, кстати, на рыбалку не ездил, но у меня фотки все есть. Я фотографировал на телефон и
сохраняются они у меня все автоматом на Яндекс.Диск. Так что я вам сейчас вот в конце видео закину несколько фоток с рыбалки. Там может где-то есть, не только я рыбу фотографировал, но, так сказать, панораму это я вам поставлю. Так что смотрите, друзья. Так, друзья, ну что, посмотрели фотки, как вам понравилась рыбалка моя минувших дней? Жалко, тогда камеры не было, ух, можно было поснимать бы. Сколько эмоций было и память хорошая. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте будем заканчивать наше сегодняшнее с вами путешествие. Походили сегодня, в грязи полазили, с рыбаками немножко пообщались. На речку посмотрели, воздухом свежим подышали, ну и походили хорошо. Прошли мы, сейчас скажу, сколько. Прошли мы больше 10 километров. Ну а сейчас пока еще до автобуса, до дома доберусь. Будут все, наверное, 12. Ну, здесь вот дальше так вот аллея продолжается. И там есть еще круговая беговая дорожка. Там уже не плитка, а специальный материал. Ну не хочу уже туда идти, находился. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем крепкого здоровья вам и вашим близким, друзья. До новых встреч. Пока-пока.